Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о весьма сакральных вещах. Сегодня мы с вами поговорим о теологии, то есть науке о Боге. И поговорим с вами об одном из самых древнейших после Торы священных писаний, которым является Священная Авеста в исполнении пророка Заратустры у древних иранцев. Что могу сказать вам о датировке возникновения этого уникального документа, который состоит из гаты, это песни Заратустры, поскольку, собственно говоря, зороастризм, который от него произошел, как религия древнего Ирана, она вся строится на музыкальности, на мелодичности, на пропевании гимна Господу Богу, Создателю. По датировке ученые-теологи и ученые в области религиоведения разнятся в своих оценках, когда был написан этот монументальный труд под названием «Авеста». Есть сведения о том, что этот труд был создан за 2000 лет до появления христианства, то есть фактически получается 2000 лет до нашей эры. Но однако датировки некоторые утверждают о том, что возможно Авеста имеет такой же возраст, как египетские пирамиды, то есть это 4000 лет до нашей эры. Но, к сожалению, мы сейчас не можем это установить уже. Значит, хотел обратить ваше внимание на то, что надо четко ограничивать древний Иран от Персии. Персия – это правопреемник древнего Ирана. Как вы понимаете, Персия уже была во власти ислама. То есть это уже после 600 года, когда ислам начал свое победоносное шествие по Азии. И речь идет о том, что зороастризм, как огнепоклонство, оно было именно полуязыческая религия. Почему я вам сейчас докажу, почему она полуязыческая. Оно было, конечно, до появления и христианства, и, естественно, ислама, поскольку ислам является самой ранней религией от Авраама. Вот, поэтому мы сегодня с вами будем говорить не о датировке, поскольку мы с вами не историки, и нам вряд ли удастся установить точный факт появления этой религии, которая не относится к авраамической религии. То есть у нас три авраамические религии – иудаизм, христианство и ислам. Вот эта религия, она была предтеча. Но, однако, мы очень много видим вещей, которые корреспондируют с современными религиями, в том числе в христианстве. Ну, например, мы с вами прекрасно понимаем, что огнепоклонство – это очень похоже на схождение благодатного огня в Израиле, в Иерусалиме, вот, к чему поклоняются все православные христиане. Вот. Что касается ислама, то праздники Курбан-Байрам и другие праздники, связанные с природой, они все, которые нашли свое отражение в исламе, они берут свое начало в зороастризме. Вот это то лишний раз доказывает, что в принципе вот у нас самое сейчас ортодоксально верующее исламское государство – это Иран.
они спокойно уживаются с зороастрийскими традициями, потому что иранцы являются потомками древних зороастрийцев, и у них ислам очень хорошо интегрирован в их традиции зороастризма. Это даже не обсуждается, потому что, в принципе, это известный факт. И праздники исламские и зороастризм, они совпадают практически и по своему значению. Праздник весны, Навруз, и праздник Курбан-Байрам, это все имеет отношение и к зороастризму, и к исламу в одинаковой степени. Значит, что касается зороастризма. Загадочная религия, загадочный персонаж Заратустра, который умер в возрасте 77 лет. Для того времени это был очень приличный возраст. Очень тяжелое детство у него было. Папа-алкоголик у него был, иранец, который его однажды в сердцах годовалого ребенка выбросил с телеги в грязь, и он там пролежал долгое время, остался живой. И, собственно говоря, есть свидетельство о том, что Бог всегда охранял, спасал этого ребенка. Его называли смеющийся пророк по той причине, что он улыбался уже с рождения, несмотря на все невзгоды. И этот пророк, смеющийся, есть такие сведения и гаты, в том числе в Овесте, что рождение Заратустры сопроводилось ликованием всей природы. То есть ликовали птицы, ликовали животные, все видели, что появился смеющийся пророк, который принесет радость, миропорядок. Вот. Кроме того, в Овесте есть детально прописанная ситуация с явлением Иисуса Христа, который назывался первый Сашан, Сашан Спаситель на иранском языке, Сашан переводится Спаситель. И там прописана вся детальная история за 2000 лет до распятия Христа, его появления, предсказания волхов, которые являлись иранцами, древними иранцами, исповедующим зороастризм, которые, как раз вы знаете, пришли за этой звездой, знаменитой звездой, которая привела, собственно говоря, к пещере, где родился Мессия. Была предсказана судьба несчастного Иисуса Христа, и была предсказана судьба второго Саашианта, который был совершенно не похож на Иисуса Христа. Заратустра и его гаты говорят о том, что второй Саашиант появится через 2000 лет после появления первого, и это будет совершенно другой формат явления. Потому что этот Саашиант уже придет с мечом. Там написано «Сашан, сверкающий герой, но ты пройдешь войною духа, и ты, Сашан, родишься не в доспехах, ты пройдешь путь от рождения до старости, приобретя опыт печальный, путь познания любой твари». Вот. То есть там говорится о том, что Саашан не будет рыцарем в доспехах на белом коне. Это будет обычный человек, который проживет жизнь простого человека, будет тернистый путь, как бы печальный путь познания, приобретет опыт. И этот человек, он преобразует в конце своей жизни, уже возрастной мужчина, он преобразует жизнь по велению Бога. Теперь будем разбираться. Значит, ну, судьба Заратустры, она была вообще уникальная, конечно. Заратустра в возрасте 20 лет, получив образование неплохое,
для того времени, уходит в пещеру, поселяется в пещере, где начинает свой кропотливый труд под названием Авеста. Достоверно известно, что в этой пещере его укусила змея ядовитая. Однако этот яд на него не подействовал, поскольку понятно, что он был опекаемым невидимой десницей Господа, нашего Создателя. И есть там очень интересная гата, посвящена этой змее. Что ты можешь мне сделать, коварная ползущая тварь? Что ты можешь сделать мне, дракону? То есть Заратустра себя позиционировал с драконом. Дракон — это в миропонимании Заратустры — это орел, соединенный с ужом. То есть пернатый такой присмыкающийся. Обратите внимание, не ядовитая гадина, а именно уж. И вот именно сочетание орла и ужа является главным символом зоротризма. Вам это ничего не напоминает? А мне напоминает...